Я вот так слёта не вспомню, конечно же, но мне кажется, у женщин очень много разных хитростей. Я сейчас, наверное, все-таки склоняюсь на тему материнства. Я, к примеру, знаю, как быстро подогреть бутылочки, особенно если ты в торговом центре. Вот. Просто нужно попросить в любой кафешке кипяток, пластиковый стакан, поставить туда и подогреть. Вот. Окажется, тепленькая водичка, вы знаете, ты, в принципе, вот когда попадаешь в такую ситуацию, когда под рукой ничего нет, а ребенок плачет, поэтому, наверное, ты выкрутишься из любых ситуаций. Это так.